Ивера, я прошу тебя в энергоинформационном пуле найти тонкую эфирную энергетическую копию 2015 года, воплощенная на Земле. 1, 2, 3. Я нашла ее. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. У нее есть ключики, они внутри тонких тел. Защищаемая физически биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Яну в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Яны поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем. Мы на месте. Мы приветствуем Яну. Яна идет к маме. И мы интересуемся, готова ли Яна к диагностике, доверит ли она нам свое биополе. Наперед сеанса. Мама доверит. Отлично. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Яны, под ногами. Система тонких тел Яны находит все. Она постоянно разговаривает сама с собой. Яна, а что ты разговариваешь сама с собой? Или с кем ты разговариваешь? Она тебя не слышит. Она в себе. Давай вытащим, посмотрим, кто там в себе. Яна, ты меня слышишь? Яна, ты меня видишь? Подхожу к ней. Видит сейчас, да. Хорошо, Яна, а с кем ты разговариваешь все это время? Она не знает. А как его зовут? Король. Король. Хорошо. Давай посмотрим. И я даю команду, включаю внутренний белый свет. Яне, 1, 2, 3. И эта мыслеформа с королем выходит. И ответственно, если он присутствует в биополе, 1, 2, 3, отправляется в клетку-тюрьму. Она говорит, не выгоняй его, он хороший. Сейчас ты посмотришь его настоящее лицо. Ну, я вижу у него ее интерферетор, дракон. Да, дракон. В клетке синий и нижний. Бес. Бес. Кто был королем из вас? А сейчас, подожди. Бес что-то весь свернулся, как клубком каким-то. А у дракона конструкция есть. Понятно. Считай цифру дракона над головой. 42-18. 42-18. Вошел в ребенка. Достаю печать дракона, включаю на полную мощность. Даю мощнейший удар. 200 тысяч герц. Дракону. 1, 2, 3. Удар. Ему давит очень на голову. Уменьшая дракона в 2 раза. Выключая печать дракона. Но он переживает. Он ты знаешь, куда ты знаешь, куда ты зашел, паразит? Ты зашел в ребенка. Ты установил ему конструкцию. Я даю команду на счет 3. Конструкция дракона. Все его платы. На счет 3 отключается. 1, 2, 3. Все, выходит из биополя. До последнего микрона. Все энергии вместе с этими платами дракона выходят и летят в соседнюю клетку. Не подключены к ней, так подожди, они отключаются. Они отключаются автоматически, я знаю. Итак, бес, я тебя спрашиваю, ты был королем или я тебя сожгу сейчас? Бес не был королем. Мыслеформа вышла. Но он сделал много, да, это дракон. Это дракон был королем, да? И его платы, да. О, ну все, дракон, закончились шуточки. Ты перешел все границы без. Значит, с кем она разговаривала? С тобой или с драконом? С голограммой дракона. С голограммой дракона. Хорошо. Эта голограмма вышла, Вера? А, она выходит сейчас. Хорошо. Она вышла, да, уже. Отлично. Дракон, ты понимаешь, что ты сделал вообще или нет? Он понимает. Значит, ты осознанно это делал. Отлично. Получи еще удар в 300 тысяч герц. Пошел удар. К детям подходить нельзя. Это мне все равно, что... Он не к ребенку подсоединился, он подсоединился к душе. Он даже к душе подсоединился? Ну все, ты сегодня уйдешь. Тебе сегодня поставят клеймо, точно. Таким, как ты, драконом ставят клеймо. Ты перешел все границы, нарушил все законы мироздания. Я тебе отдам соответствующие органы. Если бы у меня было право, я бы тебе сам поставил эту печать, но я тебе отдам. Проверят, сколько ты еще таких вещей сделал. Он с ней контракт подписать пытался. Контракт подписать пытался. Хорошо. Подпишешь сегодня контракт, когда в тюрьму попадешь. Я даю команду тонкой копии Яны спроецировать все энергетические и сферические каналы к дракону, его голограмме, к бесу. Каналы выстраиваются.
Я даю команды тонкой копии произвести отчуждение патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужерода по отношению к Яне. Последнего микрона пошло отторжение. Если ей не хватает энергии, скажи, я дам. Нет, она отторгает. Отлично. Так что, дракон, сделать из тебя короля сегодня, а? У нее ноги связаны. Развязывай ноги, разрезай, отправляются веревки. Без твоей, твоя веревка. Да, это его. А на каком основании ты вошел в ребенка, бес? Сколько у него герц, считай, Вера? 7. 7 герцовый. 100 тысяч герц удар бесу. За связанные ноги ребенка. Реверс закончился. Хорошо. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Яна забирает. Качается назад до 100%. 1, 2, 3. Пошел реверс энергии, усилив 100 раз. Сколько ты находился в биополе без? 4 месяца. Где ты зашел? В квартире. Квартира после этого была очищена? Я была, ее чистил. После этого. После этого. То есть ты уже зашел, укрепился и не мог оттуда, значит, выйти. Ладно, хорошо. Сколько ты, паразит, синий дракон, находился в биополе ребенка? 2 года. 2 года. Ты транслировал ребенку этого короля, с которым она разговаривает? Да. Отлично. Хорошо. Я даю команду на счет 3, и у дракона вырастает голова рядом короля. 1, 2, 3. У него 2 головы, одна из них короля. Знаешь, идет постоянная какая-то жестикуляция, разговоры сама с собой. Как трансляция бесконечная чего-то. Что с королем, Вера? Ну, вот эта трансляция идет. Голова выросла у него вторая? Да. Отлично. Вот, дракоша, вот тебе голова короля. Ты хотел с королем, и теперь будешь общаться с ним. Бес, ты тоже хочешь такую голову? Бес идти хочет. Мало ли, что он хочет. Он на 4 месяца дольше задержался в этом биополе. К чему ты провоцировал ребенка, бес? Я даю тебе только один шанс ответить на эти вопросы. Призом. Капризы. Что именно? Он показывает. И она все вразрез воспринимала. Все вразрез. Понятно. Хорошо, без. Итак, реверс у нас закончился, Верочка? Да. Что пришло от этой голограммы? Свет особый. Как душа, да. Душа у нее. Свет души. Отлично. Говорить, хорошо, все. Без, выходи, вытаскивай все, что у тебя еще осталось в этом биополе. Возвращайся в клетку назад. Готово. Хорошо. Так, у синего дракона мы все забрали. Вот же ж паразиты, к ребенку полезли. Вот и все. К его душе. Ну, хорошо. Вот тебе голова короля, она тебе будет напоминать о твоих событиях. Готово. Ну, Яна, видела ты своего короля сегодня? Видела, с кем ты общаешься? Видела. Ну, и как ты об этом думаешь? Как ты считаешь? Ты взрослая девочка. Считаю, что мне больше нужно заботиться о своей душе. Абсолютно верно, Яна. Она выдавила все. Молодец. Большой шар. Как мяч. Открывается портал, галактическое ядро под шаром. Он уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Она говорит, я чистая, я чувствую. Мы проверим. Разница. Зеленый. Так, без. Что ты будешь делать, когда ты увидишь ребенка еще раз? На улице. Какого? Вот этого, которого мы чистим от тебя. Какие твои действия будут, когда ты его, этого ребенка, вдруг увидишь случайно? Проходя он говорит, мимо. Я уйти хочу. У тебя напрягает эта атмосфера. У тебя возникнет желание еще раз подходить к этому ребенку или нет, я тебя спрашиваю? Нет. Он будет далеко от него. Это я и хотел услышать. Если мы второй раз с тобой встретимся, будет печально. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса 1, 2, 3. Бес уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя, став огненную пентаграмму. Под этими веревками его в клетке тюрьмы открывается портал в галактическое ядро. И это все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готов. Голограмма дракона у нас стоит. Есть, да. Отлично. На счет 3 устанавливаю эту голограмму в дракона. 1, 2, 3. Так, дракон, я слушаю тебя. Ты хотел что-то еще сказать? Он икает. Почему ты икаешь, дракон?
Неприятно, да? А как ты думаешь, было ребенку, когда ты в нем сидел, тебе более несколько тысяч человеческих лет? Ты приходишь к ребенку, к молодой душе, которая тебе не может дать сдачи. Ты паразитище, вот кто ты. Он говорит, что ее душа старше моей. Ты вошел в ее физический биоробот. Вернее, биоробот ее физически молодой. У нее нет этого опыта и воспоминаний. Ты воспользовался этим моментом. Если бы ты вошел в человека, которому 30 лет земных, вот тогда бы она тебе дала ответ назад. Но ты вошел в ребенка. Это значит, что у тебя маленькая голова. Если бы была, я этой маленькой голове настучу. И она не поймет даже, за что ее бьют. Ты не понимаешь, у тебя ноль осознанности. Ты паразит. Ли, я прошу тебя выйти на связь. На связь. Ли, посмотри, пожалуйста, этого дракона, есть ли за ним что-то еще или нет. 42-18, синий. Зашел в ребенка, конструкцию установил. Вообще такой прессинг ненормальный, я не понимаю этого. Почему он этого даже не осознает? Заберем. Хорошо. Потому что он видит по-другому. Ну, это его проблема. Я вижу... Он не видит в ней ребенка. Хорошо. А я не вижу в нем тоже ничего. Кроме паразита. Намного приятнее общаться с драконами-интеллектуалами, которые книги читают или искусством интересуются, чем эти, которые входят в детей, которые не могут дать ответ за себя. Его забрали. Благодарю, Ли. Хорошо. Что у нас осталось в клетке? Ничего не осталось. Конструкция с драконом ушла. Яна, ты поняла, что вот эти разговоры с собой, это были не разговоры с собой, это были разговоры с драконом и его голограммой, которые вынуждали тебя с ними общаться. Сейчас этого всего больше нет. Мы это все убрали. Ты чистая, да, и свободная. Да, я все видела. Хорошо, ты чистая и свободная, поэтому сделай анализ, если ты можешь, своего поведения, и попытайся его изменить в лучшую сторону, чтобы не скандалить, ни с кем не ругаться, в разрез ни с кем не идти. Будь хорошим ребенком. Что? Ей нельзя скандалить, ей вообще эмоционировать нельзя. Ее энергии сразу видны становятся. Конечно. И она получает интерферентов. Поэтому вот, как... она попросила 200. Хорошо, Яна, если ты уже об этом... Если ты уже об этом знаешь, не позволяя себя провоцировать, оставайся всегда в таком хорошем настроении, не отвечая иногда лишний раз на скандалы, тогда все будет хорошо. А Яна не знает, душа знает. Ну, значит, придет время, узнает. Для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Яны в систему биоробот душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. А защищать ее маме на работу? Защиту детям до 16 лет ставит мама, силой своего намерения, представляя ребенка в защищенном, защитном коконе, коконе из энергии. Это работа уже мамы. То есть Юлия, вы должны это все проделывать. Отключайся от объекта и возвращайся в свою комнату диагностики. Я на месте.